Слово «родина» у акмолинцев вызывает прежде всего гордость за свой зеленый край, его уникальные озера, богатое историческое прошлое. Инициированный главой государства проект «Туганжер» имеет особое значение не только для истории, культуры и идеологии, но и для сферы туризма. Если театр начинается с вешалки, то туризм начинается с культуры. Почему? Потому что прежде всего это касается культуры и туризма. Мы должны прививать общественное сознание у наших людей, бережное отношение к окружающей среде, к ее историческим памятникам. Если мы сегодня говорим, что после летнего сезона у нас в Щучинско-Боровской курортной зоне остается куча мусора и так далее, все о чем свидетельствует? Что еще низкая культура не только у наших детей, но и взрослых людей. Именно туризм должен быть одним из проводников государственной политики, политики нашего президента на формирование сознания, которое позволяло бы нам сохранить все уникальные природные комплексы Казахстана для будущих поколений. Помимо серьезной работы по краеведению, проект «Туганжер» предполагает также и содействие бизнесменам, которые хотели бы поддержать свою малую родину. И сегодня предприниматели осознают важность таких инициатив. Трудиться во благо Родины должен сегодня каждый. Для нас, предпринимателей, это в первую очередь создание рабочих мест. Многие сейчас приезжают жить в сельскую местность, и мы должны поддерживать людей, создавать необходимые условия, своевременно выплачивать заработную плату, открывать производство, помогать финансово сельским школам. Все это в дальнейшем будет способствовать благосостоянию народа и страны. Человек растет с каждым жизненным этапом, меняя свое мировоззрение. Примерно такой же путь проделывает и нация. И сейчас настало то самое время, когда изменения, пусть и болезненные, но необходимы. Ведь конечная цель – это успехи и конкурентоспособность. Индира Тикжанова, Боржан Смагулов, Кокши Ахпарат.